Мне очень нравится название вашей передачи. Я помню стихи Кайсына Кулиева, который говорил: «Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей». А у мусульман вообще, мне, так сказать, крымские татары рассказывали, тоже вот с соседями живем, говорит, нам Аллах посылает соседей в наказание, ну, как испытание, надо принимать, какие они есть.